вот еще один храмчик небольшой. Мы решили пойти поискать рынок. Говорят, тут по четвергам, сегодня как раз четверг, открыт большой какой-то рынок раз в неделю, овощной, фруктовый. И вот мы решили пойти поискать его пешочком. Минут уже 10 идем. Пока безуспешно. Тут, кстати, намного более дорогие машины, чем в Арамболе. В Арамболе мы дорогих вообще не видели, один раз только. Далеко осталось. Как раз сегодня четверг, что мы туда попадем, посмотрим с вами. Один раз в недельный маркет, фруктовый и овощной. Вот еще один темпл, Шри Будхали темпл Гокарна. Вот такой вот с львами. Hello. Сидят, в общем, везде местные свои бобы. Везде ходят коровы. В общем, весело. На самом деле, достаточно весело. Mountain. Или бедные туристы собирают бананы, такие уже, или для этих, для животных. Животные отлично едят такие бананы, они шкурки едят отлично. Такие вот яблочки здоровые. Hello. Ну-ну. Инструменты. Вот этот овощной рынок начинается. Вот такие вот эти фрукты мы думали давно попробовать. Может, и возьмем один. Узнаем, сколько они стоят. Вот это что-то неизвестное. Aqui também tem batata doce. Aqui lá. Batata. Jacuti. Это не otra fruta, como o nome? Eu sei o nome dela. Esqueci. Ela é normal? Graviola. Graviola, pega. De mão. Mira, que só. Que? Não, pensei que você queria tentar. Minha mãe gosta. Лена. Угу. Гравиола. Гравиола, в общем, такой фрукт. Мы еще его не видели в Индии. Первый раз его видим. Гравиола, в общем, я люблю. Но. Excuse me. No. Want some seeds? No. Ну и самое насущное, конечно, цибуля. Много цибули. Чеснок, цибуля. Картошка. Все как у нас. Индия как родная страна. Сейчас мы, наверное, выпьем этого сока. И сахарного тростника, если по 10 будет. Вот здесь разные виды цветной вермишели. Интересно. Также вот эти макароны. Карантаны пандают. Вот за 10 рублей мы купим такие эти финики. Попробуем хоть местных фиников. А
What is this? What is this? What is this? It's good? Here? Вот, короче, кофе мешается. You can try one. What is it? Сколько? Вообще, кофе такие сладости. И финики. Ну, в общем, разные крупы, разные специи. This. For what? For cooking. It's eating. Вся кашка, да. Марин. А, я Марин. Марин? Я. Viu? Ele é assim mesmo, com certinho. A gente comia isso antes de ir pro colégio. Tinha uma árvore. Ui, vindo. Вот так вот. Дали помидорку худой коровы. Тут такие худые коровы, это просто пипец. Вот, в общем, а ту шкурку, которую мы попробовали, это шкурка от тамаринда. И она нам не понравилась, если честно. Вот эти вот шкурки. Шкурки от тамаринда. Это какая-то кислая, короче, такая фигня. Мы, слава богу, попробовали, не купили. И нам, в принципе, не понравилось. Габриэль говорит, что они когда-то в детстве с дерева вот эту шкурку срезали где-то, съедали, не знаю, где они там. В Бразилии эти деревья нашли, но мне не понравилось. Я бы такое не покупал. Просто кислая какая-то. Ну так, прикольно, не знаю, хочется чего-то кисленького пожевать, так чуть-чуть себе купить там жменьку. И потом баловаться. Сейчас, наверное, купим еще папайи. И банана. Yes. But no, aquela lá boa, tá bom. Not very much. One or only little more. Tem um quilo de banana? Não, por quê? Dois? Mas, acho que... Ah, pra dar pra lá também. Uhum. Yes, it's very good. And how much is this? Три килограмма папайи. У меня плечо болит просто. 120 рупий. Получается 2 килограмма бананов. Это 2 доллара. 2 килограмма бананов и 3 килограмма папайи ровно. Папайя огромная. Então, agora a gente comprou banana. Também vai levar lá para onde a gente tá, porque lá divide a comida, né? Aí a gente comprou bastante para poder também dar para eles. E andar com isso não, né? Meio estranho. Mais coisas da Índia, gente. Итак, вот прикольно, мы остановились даже. Решили глянуть, вот, снять фотку. Мужик купил 4, я не знаю, вот такие вот большие, огромные сетки.
бананов, 4 банановых дерева, я не знаю. Таких вот банановых штуки. И на мотоцикле их будет вести, а 5 их. Но они, наверное, я думаю, что килограмм 60 весит, вот таких вот 5 штук. 50, может. Куда ты? Кило, в общем, он. Я у него спросил, говорит, примерно 50 кило. Бананов купил. Ну, прикольно. Итак, мы собираемся назад в нашу секту. Все забываешь, что это наш не Гескауса, секта Шри-Шри Ганеш. В общем, не знаю, ну сколько мы накупили. Вот мы купили 3 килограмма папайи, 2 килограмма бананов. Купили 2 перчика. 80 рупий они стоят, нам, правда, на 20 дали. Всего 2. И полкилограмма томатов, помидоров, видно, один уже пустил сок, надо побыстрее сесть. Ну и там какой-то мелочи, фиников чуть-чуть купили, это сладости небольшой. То есть всего это получилось там немного, там 200 с чем-то, это доллара 4. И вот тут мы возвращаемся домой, что это был первый один случай, который мы видели. Правда, нет приключений скоростей, но такой мощный велосипед, в общем. Хотя, по крайней мере, мы такой не купили даже, я не знаю, за 300 гривен. В общем, и все. Собственно, вот такой вот рынок. Каждый четверг он тут в Гакарне. Я бы не сказал, что есть что-то такое удивительное в нем. Вообще ничего я бы не сказал удивительного. Мы купили фруктов, но он сказал, этот мужчина, что он работает каждый день. Там, сейчас он днем, потому что, как бы, праздник раз в неделю. Вот так вот с 3 до 10 где-то работает. И говорит, там все дешево, все нормально. Я думаю, что мы там будем скупаться. Не знаю, что это немного дороговато от нашего отеля, где-то в центре города. Но, с другой стороны, можно прилично сэкономить. Сейчас еще оставим килограммчик бананов нашим друзьям, которые нас приютили. Думаю, что им понравится такой подарок. Они нас вчера тоже угощали вот разными вкусностями. И жарили оладьи, и еще всякие штуки давали нам попробовать. Виноград там оставляли. В общем, такой вот сходняк. У кого что есть, оставляют. Так что мы оставим килограммчик бананчиков там. Все, будем возвращаться, пока очень жарко. Еще поделаем, может, немножко видео. Хотя тут нет интернета. Там, где мы остановились, нет интернета. Тут вообще говорят, в Гакарне очень большие проблемы с интернетом. Как бы можно ходить, вот типа интернет-кафе и так далее, если у вас там есть свои логины и пароли, но нам это не особо подходит. Нам надо грузить видео на YouTube и так далее. То есть для нас вообще тут, конечно, не вариант. Мы постараемся продержаться тут недельку в Гакарне. Потому что все-таки хороший эзотерический город. Вы видели, уже больше 5 храмов мы видели, больших, огромных. Может, поснимаем как-то там внутри, зайдем несколько. Вообще, говорят, в этом городе родился Шива. То есть 8 километров от города есть еще вот храм Шивы, и там большая статуя, самая большая статуя Шивы в мире. Я думаю, что мы туда тоже поедем, возможно, арендуем на день мопед. В общем, тут есть что делать. Мы встречали туристку, которая говорит, что 2 месяца тут была, отсюда уехала, потому что сейчас очень жарко. Говорит, что даже вообще 2 месяца ей не хватило вообще ни на что. Так что мы постараемся все-таки подержаться в недельку, потом купим билеты на Хампин, на автобус, и все-таки будем уезжать уже, потому что без интернета нам никуда, мы с вами не можем связаться, не можем работать отсюда. У меня мои статьи, редакторы, авторы уже, наверное, думаю, где я пропал, 2 дня меня нету в интернете. В общем, будем возвращаться, оставлять наши бананы, покушаем, что-то перекусим, хотя мы уже почти поели. Я думаю, что на этом мы закончим. Подписывайтесь на наш канал. А вечером мы будем идти по пляжам, смотреть. Тут где-то около 5 пляжей, 4-5 пляжей в этом городе. Мы пойдем по всем пляжам, смотреть, что там есть, возможно, приценимся, где есть какие-нибудь гестхаусы интересные, возможно, есть какой-нибудь с Wi-Fi. Посмотрим, может, переедем. Может, Wi-Fi нам все-таки нужен. Вот, собственно, и все. Пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите наше следующее видео по ссылке в комментариях. Пока-пока. Так смело скидывай все на свои ножки. Дам это так. Как или кашоху, дам это. Далматинец. Espero que ela não se irrite com a gente falando aqui. Подошли вот на эту автобусную станцию. Вот это вот автобусная станция тут, в Гакарне. Собственно, мы узнали у работающего там, говорим, сколько стоит там, когда отправляется. Он говорит, есть 2 автобуса на Хампе. Один отправляется в
где-то в 6:45 с утра, рано утром. Я думаю, вот такой вот большой автобус. И второй отправляется в 2 часа дня ровно. Говорит, в принципе, можно сесть, там есть места, можно сразу купить билеты. Стоит около 450 рупий. То есть за двоих выйдет где-то 900 рупий. Это недорого, я не знаю, сколько туда ехать. Наверное, часов 12-14. То есть, наверное, если сесть с утра, то приедешь вечером. Или если сесть в 2 часа дня, то приедешь где-то, я думаю, что часа в 6 утра, 8 следующего дня. И, как я понял, это все-таки небольшого класса автобусы. То есть, не слиперы. Там, где можно только сидеть, лежать, не знаю. Может, слиперы тоже есть по такой цене. В общем, мы не знаем, какие автобусы. Ходят, но, скорее, примерно озвучили цену 450, 500, 400 рублей. Вот рупий, соответственно. А в вот этих тревел-агентствах мы узнавали 900. То есть либо тут в 2 раза дешевле, либо в турагентствах берут, соответственно, в 2 раза больше денег. Но мы это узнаем, я думаю, что дней через 5, через недельку. Будем отправляться на Хампи, мы тут уже сутки, в принципе, находимся в этом городе. Melhor foi o preço de dormir, comparar a qualidade dos dois ônibus. Se for tipo o mesmo, então 40-30. Вот, кстати, как растут жака. Прямо на улице Гакарны растет такое вот дерево. Если упадет вам такой вот фруктик на голову, убьет вообще нафиг, даже не подавится. Вот тот вот самый большой в центре. Жак, он, я думаю, килограмм, ну, до 15, наверное, весит, килограмм 8, вот эти вот, 2 отправа, килограмм по 8, по 10 такие. Вот эти уже, короче, такие годные, а вот эти снизу маленькие, они еще не годные, их еще нельзя есть. Не знаю, для чего их подают, может, в каких-то медицинских целях, там клейковина какая-то, в общем, мы когда-то брали, но не смогли его есть. В общем, надо очень большие брать жака, если вы хотите его именно поесть, а не просто им поиграться. Прямо вот в центре города, не доходя до пляжа, вот такие вот фруктики растут. Интересные. Вот, собственно, и все на данный момент. Извините еще за качество последних видео. У нас разрядились 2 камеры, мы снимали с телефона. Но в следующей части мы обязательно продолжим с нашими прежними камерами. Вернемся в гестхаус, поменяем наши карточки. Еще что-нибудь обязательно поедим. И вечером все-таки постараемся выйти прогуляться по пляжам Гакарны. Как нам сказали, их примерно около 5 штук. Не знаю, долго их искать или нет. В общем, мы это узнаем вместе с вами сегодня вечером. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие видео. Ставьте лайки. И пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео. Ссылки в комментариях.